Добро пожаловать на наш YouTube-канал Hardtrace Info. В данном видео я вам расскажу, как настроить функцию «Не беспокоить» на устройстве Xiaomi 11 Lite. Для этого заходим в меню приложений, выбираем приложение «Настройки». Тут, прокручивая вниз, выбираем пункт «Звуки вибрации». Также, прокручивая вниз, будет пункт «Не беспокоить». И включим также данную функцию. Мы можем настроить данную функцию при блокировке экрана, уведомлять о вызовах, только контакты, и уведомлять о повторных вызовах. Также можем настроить расписание для данного режима. Для этого внизу будет пункт «По расписанию». С левой стороны нажмем на пункт «Новое расписание». И, например, возьмем стандартную функцию и в правом верхнем углу нажмемте на галочку. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч.